На часах почти половина девятого. Воодушевленные активисты зажигают факелы. Как и договаривались, место встречи – Аланские ворота. Это и есть старт. В течение часа, пока в городе будет темно, эти ребята пройдутся по центральной улице столицы, освещая не только свой путь, но и проблему, которой посвящена эта акция. Мы своим поступком хотим показать нашим жителям, что мы обязаны сохранить наш мир, нашу республику. Акция «Час земли» по справедливости названа самой масштабной экологической акцией на планете. В ней принимает участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 170 стран, а это почти 7 тысяч городов. Для того, чтобы принять участие в акции, не обязательно выходить на улицу. Можно просто на час выключить дома свет и электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты. Бывает порой, что люди от ночи наблюдаешь. Включает свет в своей комнате, а остальное все горят. Пустую. Ну зачем? Привыкайте, экономите. Автомобилисты и прохожие замедляют ход. Ведь не каждый день, а точнее вечер, увидишь, как по дороге строем идут мужчины в черкесках. Складывается ощущение, что эти люди просто гости из прошлого, которые вернулись, чтобы призвать новое поколение бережно относиться к природе. Дополняет и без того колоритную картину гимн Ингушетии. Ровно в 20:30 гаснут фасады главных административных зданий. Администрация главы, парламент и правительство Ингушетии. Остальные города республики также синхронно подключились к акции. 2017 год – год экологии, а потому на этот раз ежегодная акция еще актуальнее. Суть этой акции заключается в том, к популяризации бережного отношения к природе и природным ресурсам. Выработка электричества в том числе требует огромных затрат и использования природных ресурсов, и нефти, и газа. Танцы и песни посвящены сегодня еще одному важному событию. Акция проходит в национальном стиле, потому что посвящена и дню рождения Ингушетии. Сотрудники министерств и ведомств нашей республики в национальных ингушских нарядах прошли от одной главной достопримечательности столицы, от Аланских ворот, до другой, до 100-метровой Ингушской башни Согласия. Всего было 25 факелов, то есть это четко говорит о том, что акция приурочена к 25-летию нашей республики, а также году экологии. Без электричества современный город в мгновение погрузился во тьму. Собравшиеся рассуждают о том, как люди меняют все вокруг себя. Землю, воздух, воду и леса. А также о последствиях такого воздействия для самого человека. Мы знаем, сколько войн проходит, сколько химических загрязнений, сколько отходов на нашу бедную землю падает. Если не мы, то кто? Нам Всевышний подарил такую прекрасную землю, такую природу, а мы ее на каждом, куда ни посмотришь, везде мусор лежит, везде химия лежит, мы его загадили. Если мы не будем спасать эту землю, то кто будет вместо нас это делать? В часе земли, который проводится в России с 2009 года, в этом году участие приняли более 20 миллионов человек. В назначенное время погасла подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, а также более 1000 других московских зданий. Зарема Ивлоева, Мария Мистоева, Рамазан Зурабов. Новости 24.